Ксения и Елизавета приехали из Ершова. Свои работы они посвятили многообразию животного мира родного округа. Ксюша взяла за основу символ муниципалитета. А вот Лиза остановила свой выбор на лошадях. 4 года назад я занялась шитьем. Первая моя работа – это был игрушечный мишка. И вот уже прошло достаточно много времени, и меня вывезли с моей работы в Одинцово на этот конкурс. Девчонки поддерживают друг друга и уверены, что их работы оценят по достоинству. Сегодня мы широко представляем номинации «Изобразительное искусство» и «Декоративно-прикладное искусство». Более 150 участников у нас принимают участие в этой номинации. Более 2 десятилетий одинцовская молодежь демонстрировала свои таланты на фестивале. Так сложилось, что конкурс «Серебряный олень» 2 года не собирал участников. Теперь традиции детского и юношеского творчества возрождаются, и больше всего работ представлено в номинации «Изобразительное искусство». Очень много интересных работ, особенно, как обычно, это у нас средняя группа и младшая группа. Эта группа всегда представляет большое количество работ и хорошего качества, поэтому сложно выбирать именно в этой возрастной группе. К сожалению, молодежка всегда представляется 2-3 участниками, и сложно дать места вот этой возрастной группе. Разные техники, разные мотивы, но одна нить. Творчество в любом его проявлении будоражит воображение и дает возможность иначе взглянуть на повседневность. Мария Шматкова, Мила Тарасевич, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».